У меня вопрос вот насчет измен. Почему человек изменяет? Чего не хватает? Или... Кого не хватает, да? Ну, что ты, сука, хотел? Вот. Почему изменяет мужчина, либо женщина, как бы? Когда есть счастливый брак, все хорошо, и человек идет на измену. Сука, мудак он, потому что... И все, да, на этом? Дальше, наверное, все. Смотрите, вот давайте чуть про измены заговорим, да? Как-то пара приходила, вот бывает, пара придет, вот на них смотришь, они прям любовь у них, да, вот над ними прям вот... И он там... И вот, короче, гульнул он, да, там через там сколько-то лет совместной жизни, сколько-то детей, и она его из дома выгнала. И потом говорит, что делать? Если ты его уже выгнала из дома, зачем ты спрашиваешь, что делать? Короче, для того, чтобы она его вернула домой, да, отчасти из-за того, что это правда, я навешал на нее, короче, что она сама виновата, и что типа там этот, верни, потом разбирайся. Она, короче, его вернула себе, ну, короче, они опять теперь вместе живут, а теперь она его не может простить, она его фигачит каждый день. Он там плов ей готовит, там еще что-то, короче... Там дорогие вещи покупает, парфюм, там этот. Но если это дальше будет в таком темпе продолжаться, вообще, я говорю, у женщин очень сложная у вас вот эта дилемма, да? Вас чуть-чуть сюда качнет, не так получится. Сюда качнет, еще херня получится. И вот найти середину вам постоянно надо сидеть. Вот вы как канатоходец. Чуть ошиблись, все, до свидания, в пропасть. Все летит. Семья, муж, дети, все летит в пропасть. Поэтому на вас большая очень ответственность. Скажем так, в энергетических практиках, в аюрведе или там еще где-то, вы когда будете ковыряться в взаимоотношения, говорят так, когда ты не даешь много энергии мужчине для того, чтобы он зарабатывал, он начинает искать новый источник энергии. Для мужчины женщина типа как батарейка. Да? И когда у него иссякает возможность как бы подзаряжаться, он находит другую женщину. Морально это никак не оправдать. Поэтому говорю, что ты все равно не простишь. Да? Но твоя задача постоянно в него вкачивать энергию. Почему вот все измены начинаются, ну вот прям такие жесткие измены начинаются в 40-45 лет? Потому что ты уже вся в детях. Да, там третьего, второго выражаешь, там, ты в школу, в садик их там водишь. И ты долгое время энергию сливала на детей. И вот ближе к 40 очень важно свою энергию перенаправить с детей, потому что они уже взрослые, на мужика. А этого вот слива не происходит, и мужчину начинает, ну, очень шевырять. Это первое. Второе, когда у мужика очень большие амбиции, твоей энергии, качества этой энергии не хватает, чтобы он зарабатывал, то найдется та, которая ему подольет бензина, ну, с высоким октановым числом. И он будет как бы фигачить. Это такое объяснение, его можешь принимать, можешь не принимать, но в любом случае мужчина не терпит бесхозности. Когда мужчина чувствует себя бесхозным, он начинает подыскивать себе... Ну, она сама найдет, короче, его. Но есть женщины, это мы же с кем-то изменяем, да? Мы же, правда же? Ну, и есть женщины, которые боятся взаимоотношений. Вот есть у кого период сейчас, где только женатые попадаются? Где не познакомишься, все были женатые. И ощущение, что вся Алматы женатые, а, короче, ну... Это у женщин, которые боятся создавать отношения, но они их очень хотят. И поэтому попадаются женатые, которые мозг тебе не скрывает, встречаться с ним часто не надо, не звонит он тебе вообще, спишь ты одна, ну, классно все.